Алла к тряпке не приучена. Галкин засветил свинарник в замке Пугачёвой. Не раз дома знаменитостей компрометировали своих узнаваемых хозяев. Так особняк Анастасии Волочковой регулярно критикуют в сети за плесень и вздутый линолеум, а Яну Рудковскую высмеивали за немытую кухонную мебель. Максим Галкин все свободное время уделяет своим маленьким детям, близнецам Гарри и Лизе. Недавно шоумен Инстаграм показал чаепитие, которое устроил вместе со своими наследниками и домашним питомцем. Однако в сторис Галкин засветил то, чем точно не гордится Алла Борисовна. Как оказалось, в замке Пугачёвой и Галкина царит настоящий свинарник. Ведь как еще можно описать черную мебель и грязные диваны, на которых не только спят собаки, но и сидят дети? Стоит отметить, что семейство Пугачёва и Галкина каждый месяц тратит по 500 тысяч рублей на садовников и персонал по уборке замка. Однако если работников не контролировать, то даже в звездном доме можно увидеть подобный бардак и грязь.